Всем привет, на связи Киноджек, и сегодня я расскажу, может ли закончиться у Человека-паука органическая паутина. А перед началом попрошу вас поддержать мои старания киноманским лайком и подписаться на канал. У Человека-паука туби органическая паутина, то есть такая же, как и у настоящих пауков. В реальности у пауков может закончиться паутина, только тогда, когда они умирают. А Тоби выпускает паутину из органов, которые напоминают чем-то органы настоящего паука. Будем еще брать в расчет, то что Тоби укусил радиоактивный паук, а это может означать, что новая паутина внутри его появляется в большом количестве и быстрее обычного. Следовательно, мое мнение такое, что органическая паутина у Человека-паука не может закончиться. Подписывайся и пиши в комментариях, какую тему разобрать в следующем видео.